Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографией. Абрахам Шторк или Штукенбург. Голландский художник, который пользовался репутацией благодаря своим морским картинам, топографическим видам и итальянским сценам гавани. Шторк также был выдающимся рисовальщиком. Я цитирую Википедию. Родился 17 апреля 1644 года в Амстердаме. Шторк был крещен в Норд-дер-Керке, протестантской церкви в Иордании. Его отцом был художник Янс Штурк. У Шторка было два брата, которые также были художниками и использовали фамилию Штукенбург до 1688 года, после чего они стали называть себя Шторк. Вероятно, все они обучались у своего отца в семейной мастерской и вступили в местную гильдию Святого Луки, иначе было невозможно продать ни одной картины. Примерно в 1666 году Шторк основал свою мастерскую по производству морских сцен, гавани, а также городских пейзажей. В 1670 году он путешествовал со своим братом Якобом и работал в Германии. В 1694 в возрасте 49 лет женился на вдове Нильтье Питерс ван Мейсервельд. В конце своей жизни жил в Готенбурге, недалеко от гавани. Шторк под влиянием Яна Баптиста Уникса создал фантастические виды средиземноморских портов, в которых торговое судоходство находится среди архитектурных руин, изображенных в кристально чистых тонах итальянского искусства того периода. Этот тип сцены предвосхитил популярное итальянское каприччо 18 века. Он со значительной точностью изобразил корабельную оснастку и технические детали, что, вероятно, свидетельствует о влиянии Ван дель Вельда. Его виды на голландскую гавань и реку часто включают рекреационные и церемониальные аспекты судоходства. Уделял особое внимание демонстрации прогулочных яхт, церемониальным собраниям кораблей, пассажирам и случайных прохожим. Похоронен 8 апреля 1708 года. Вот так вкратце из Википедии, данных не очень много о голландском художнике, который пользовался репутацией благодаря своим морским картинам, топографическим видам и итальянским сценам гавани, Абрахам Шторк или Штукенбург. Пока-пока, до свидания. Смотрим картины.